По уже сложившейся традиции 7 апреля в КФУ была организована акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья. Всем желающим была предоставлена возможность принять участие в разнообразных спортивных мероприятиях. Главной целью акции является помощь студентам и преподавателям в выборе наиболее подходящего для них вида спортивной жизни. И очень отрадно, что наши выпускники, которые выпустились 10-15 лет назад, поддерживают спортивную форму, вот организовали команду «Легенды» университета и выступают такой командой, значит, в соревнованиях. С самого утра в спортивном комплексе «Бустан» было не тихо. Такое спортивное мероприятие, как «Заплыв», ежегодно проводится в духе сохранения и поддержания спортивной университетской традиции. Тем временем в спортзалах КСК КФУ «Уникс» прошли мастер-классы по силовой аэробике и силовой подготовке, йоге, чизболу и еще многому другому. А вот среди девушек особой популярностью пользовалась секция по восточным танцам. Выпал такой случай, чтобы можно было заняться как раз этим видом танца. Подружки меня позвали, и мне показалось это очень интересным, так как я никогда не занималась, поэтому я пришла сегодня сюда. Основная энергетика танца, она именно женская, теплая, мягкая, но есть также фольклорные направления, которые требуют уже более как бы сильной физической подготовки. Это танцевать могут, конечно, не все, здесь уже я сама смотрю, кому что предлагать. Вот, классику, балет-данса, его могут танцевать все, поэтому в День здоровья, мне кажется, это лучшее просто направление, которое можно было выбрать. Как отметили организаторы акции, День здоровья не только способствует физическому развитию, но и является действенным средством привлечения к здоровому образу жизни и повышению эмоционального состояния. Большую часть дня спортивные инструкторы прикладывали максимум усилий, чтобы студенты унесли с собой праздничное настроение и запас энергии на неделю вперед. Адель Шамилова, Ленард Влетьяров, Универньюз.